Всем привет! Весной хочется больше времени проводить на свежем воздухе, запекать мясо и овощи на гриле. Но если вы работаете, такая возможность появляется только в выходные. Если приобрести домашний гриль, вкусные ужины можно устраивать гораздо чаще. Всевозможные сайты предлагают электрические грили по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Электрический гриль – это прибор с двумя жарочными панелями. Когда он включен, панель разогревается до высокой температуры, ее можно выбирать с помощью встроенного нагревательного элемента. Если положить на разогретую поверхность мясо, оно быстро обжарится. Можно выбрать открытый или закрытый электрический гриль. У открытых моделей одна жарочная панель. Продукты выкладываются на нее. У закрытых электрогрилей есть крышка. Внутри нее еще одна жарочная панель, прижимающая продукты. Она может быть нагреваемой, и тогда продукты жарятся быстрее. Некоторые двусторонние грили могут работать в открытом положении, и тогда продукт обжаривается только с одной стороны. У закрытых электрогрилей панели и нагревательные элементы установлены в теплоизолированном корпусе. Он удерживает тепло внутри, чтобы поддерживать равномерный сильный жар, и продукты готовились быстрее. Теплоизоляция корпуса делает нагрев безопасным. Даже когда прибор включен, корпус снаружи остается прохладным. Его можно ставить в кухне на обычную столешницу. До него можно дотрагиваться без риска обжечься. На сайте Wildberries электрогриль Tefal сейчас продается за 5125 рублей. Он обеспечит здоровое питание без масла и жира. Высокая мощность домашней панини-грильницы гарантирует отличный результат при каждом приготовлении и обеспечивает быстрый ужин всего за 10 минут. А компактный корпус, возможности вертикального хранения и специальный отсек для шнура позволяют экономить пространство на вашей кухне. Увеличенное расстояние между пластинами мощного контактного мультигриля дает возможность приготовить не только мясо, но и большие бутерброды и панини. Усиленное антипригарное покрытие пластин защищает ингредиенты от пригорания и очень легко моется. Готовьте разнообразные блюда с многофункциональным электрогрилем – стейки, рыбу, овощи, панини, шаурму и многое другое. После приготовления удобный лоток для сока и жира легко снимается, и его можно мыть как вручную, так и в посудомоечной машине. На сайте Озон электрический гриль Викстер предлагают за 2485 рублей. Его прежняя цена – 4964 рубля. Рабочая поверхность выполнена из алюминия. Есть антипригарное покрытие, закрытый нагревательный элемент, датчик-термостат. Мощность 1600 Вт, 2 в 1, гриль и барбекю. На сайте Яндекс.Маркет электрический гриль сейчас продается за 3679 рублей. Он готовит вкуснейшие блюда за считанные минуты и удаляет лишний жир. Обладает внушительной поверхностью, которой достаточно для приготовления 4 кусков мяса. Управление механическое. Есть возможность использования верхней панели как самостоятельной. Регулировка температуры. Мощность 2000 Вт. На сайте ДНС универсальный пекарь с функцией электрического гриля сейчас можно приобрести за 3699 рублей. В набор входит 5 съемных панелей, есть антипригарное покрытие, термоизолированный корпус, мощность 850 Вт, противоскользящие ножки. На сайте Эльдорадо электрический гриль можно приобрести за 16 999 рублей. Он поддерживает 6 программ приготовления пищи. Это обеспечивает разнообразие ежедневного рациона семьи. Панель управления имеет интуитивно понятное обозначение, что упрощает применение. Рабочие поверхности разогреваются до температуры 275 градусов, за счет чего достигается качественная термическая обработка стейков и филе. Благодаря этому мясо становится мягким и сочным. Таймер ограничивает продолжительность работы, что предотвращает пережаривание и пересушивание продуктов. Антипригарное покрытие исключает прилипание мяса и рыбы к рабочим поверхностям. Рифленые панели можно снимать. Это удобно для удаления остатков пищи и масла. Лоток собирает излишки жира и защищает поверхность стола от загрязнений. Если вы часто готовите стейки, разное мясо и рыбу, выбирайте модели с высокой мощностью от 1800 Вт. Они быстро прожарят любые куски, образуя аппетитную корочку. Но маломощные модели до 1000 Вт тоже имеют свои преимущества. Они подходят тем, кто регулярно жарит сосиски, котлеты или делает шаурму, горячие бутерброды. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!